18 октября прошлого года в перерыве между Сионом и Вальядолидом измученный «Спартак» заглянул в Петровский парк. Результат матча 1-1 обозначился на табло еще в первом тайме. На гол Кеченова динамовцы ответили точным пенальти Кобелева. Однако на этот раз интрига матча сохранялась до самого конца. Во втором тайме «Динамо» Куценко не использовал несколько выходов 1-1, и «Динамо» довольствовалось лишь одним очком. В целом, последние матчи между этими командами не формируют тенденции, какой тайм в итоге оказывается решающим. Все дело в конкретном настрое на игру и турнирном раскладе, но очевидно одно. И «Динамо» и «Спартак» встречи между собой доигрывают до самого конца, стараясь сохранить интригу.